В городском саду Твери полным ходом идет подготовка к новому сезону. Помимо традиционной уборки и наведения порядка, там готовятся к запуску аттракционов. Некоторые из них начнут работу уже в эти выходные. Главные новости от горсада то, что в этом сезоне там появится новый детский аттракцион «Гуси-лебеди». А с 17 апреля в тестовом режиме начнет работу новая форма оплаты билетов. Подробнее об этом рассказал руководитель МУПа дирекции парков Максим Рупанов. С этих выходных в тестовом режиме на аттракционе «Автодром» мы запускаем новую систему оплаты. Это оплата как банковскими картами, телефонами, часами, всем, чем удобно. Также и оплата по QR-коду. Можно непосредственно на аттракционе подойти, оплатить и уже сесть кататься.